На портал экзагет поступил вопрос: что делать, если я себя плохо чувствую, а священник настаивает на строгом посте. Здесь на самом деле, ну, к сожалению, да, это вполне себе понятная ситуация, но и ответ будет несложным. Принципиально важно понимать, да, как, собственно, свидетельствует об этом апостол Павел в чтениях перед началом Великого Поста, что Пост в плане воздержания от тех или иных родов пищи является одним из огромного арсенала вариантов аскетического делания, которыми может трудиться человек. И в конечном итоге мы принципиально и отличаемся, например, в том числе да, от того же самого, например, иудаизма, тем, что не делаем никакого отличия в плане чистой и нечистой пищи, должной или недолжной. Апостол говорит об этом следующим образом, послание к римлянам. Немощного в вере принимай без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. То есть принципиальная мысль, что мера поста никак не равна ни мере внутренней жизни, ни мере праведности. Если же вы сталкиваетесь с каким-то принципиально авторитарным подходом в какой-либо конкретной христианской общине, и в рамках диалога да, в рамках какого-то ну, может быть совместного молитвенного делания, то есть в рамках взаимодействия со священником вы никак не можете прийти к некоему общему пониманию и знаменателю, то наверное в данном случае для того чтобы в том числе избежать и искушений, да, поговорив и прояснив ситуацию, можно поставить вопрос о том, чтобы сменить приходскую общину. Да, или же, как минимум, да, как бы решить этот вопрос с сменой священника, которому вы исповедуетесь. Потому что, опять же, да, пастырей много, подходов много, и можно воспользоваться огромным диапазоном вот этих предлагаемых церковью средств. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.